Здравствуйте, это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Продолжаются новогодние праздники. Новый год, что называется, шагает по планете. Новый год пришел в каждый дом, в каждую семью. Люди живут по-разному, у всех свои заботы, проблемы, радости. Но Новый год всех нас объединяет, что называется, под своим крылом. И в продолжении наших новогодних праздников сегодня здесь у нас в гостях руководитель Люберецкого филиала Ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья Татьяна Орлова, которая уже была гостью нашей программы, вот в новогодние праздники тоже зашла к нам в гости. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. С наступившим Новым годом вас, счастья, всего самого лучшего. Ну и давайте, наверное, вы уже были гости программы, тем не менее, мы эту тему продолжаем за ней следить, наблюдать, потому что, как мы тогда говорили, и в самых разных других программах мы говорили на эту тему, что слава Богу, что она не замалчивается, как это раньше было и довольно было популярно, а все-таки она вошла в такой нормальный человеческий тренд. И сразу же давайте мы подведем какие-то своеобразные итоги, чего удалось добиться в 2022 году, в году ушедшем, таком, в общем-то, сложном. В 2022 году у нас год был направлен на развитие, на социализацию и развитие творчества как у мам, так и у детей. То есть мы весь год вытаскивали мам из своих домиков, к чему-то приобщали их, к каким-то мероприятиям, и маленьким, и большим мероприятиям. И нам, в общем-то, удалось этого добиться. Очень многие мамы стали заниматься творчеством, стали участвовать в масштабных мероприятиях, в таких, как вот ярмарка у нас на День города была, и мастер-классы проводили, и свои работы продавали. То есть главное тут был, скажем, такая главная история, что мало того, что мы пытаемся вот с помощью вашей организации, да, решить вопрос детей, но и не забываем мам, потому что все почему-то думают, что вот только идет концентрация на ребенке. А это такая глобальная история, потому что если мама будет постоянно уставшая, постоянно в нервном состоянии, если мама не сможет элементарно отключиться, отвлечься, то это, естественно, скажется на ребенке тоже так или иначе. Поэтому вы пошли с коллегами таким параллельным путем, то есть и дети вовлекаются в какую-то иную атмосферу, и мамы вовлекаются. Мамы обязательно, в первую очередь мам нужно вовлекать, потому что у мам тогда нет времени, просто нет времени на депрессию, на слезы, на какие-то плохие мысли. Она занята, все, у нее есть дела, она вся вовлечена в творческие процессы. То есть вы как бы в хорошем смысле слова перекодируете, да, маму на другое состояние, что как бы жизнь продолжается, и тут же еще такой важный момент, мы тоже это обсуждали, когда человек сталкивается с той или иной проблемой, неважно с какой, да, но вот проблемой, ему кажется, что вот он такой один, что больше ни с кем такое не происходит, и вот все, и он, знаете, как зажимается, как такой. А здесь, я так понимаю, он находит коллег, да, по этой ситуации и немножко становится проще. Да. Больше ответов на огромное количество вопросов, правильно я понимаю? Да. Сколько сейчас, вот как работает вообще эта система? У нас в организации уже 50 семей. Ого. Да, 50 мам, скажем так, и в некоторых семьях даже не один ребенок с инвалидностью. Вот, и есть даже приемные детки с инвалидностью. А, даже так? Точно. Да, так вот у нас есть мама-героиня, 9 детей, трое из них приемных с синдромом Дауна. Вот, но эта мама очень активная, она не отчаивается, она к нам подключилась, она с нами везде и всюду. То есть такая боевая женщина. Интересно. Ну и, соответственно, и дети, конечно же, везде и всюду с ней и с нами. То есть это уже такой отряд, да, людей, единомышленников. И вот я тогда задал вопрос, и сейчас задаю вопрос. Вы видите какие-то изменения? Вот, ну, скажем, как дети реагируют, как реагирует мама, что вот видно со стороны, если так посмотреть, что было до момента прихода и после? За прошлый год наши мамы, во-первых, подружились.
очень подружились, они уже и какие-то встречи совместные, там, ну, подруги стали. Вот. Во-вторых, ряд вопросов, да, как вы говорите, он сообща решается быстрее, чем одна она будет сидеть, рыться в интернете, ну, конечно, и все это выискивать, искать. Вот. Очень многие вопросы нам помогают вот, депутаты. С то многими есть обращайтесь, да, депутаты? Да. С очень многими вопросами нам помогают справиться. И как-то и быстрее это дело уже идет. И, ну и у вас уже протоптана туда дорожка, да? И да. Если какие-то проблемы возникают, вы обращаетесь. Почему? Потому что практически весь новоизбранный депутатский корпус побывал здесь у нас в программе, и очень часто я слышу по поводу помощи ну, малоимущим семьям, да, и так далее. И, конечно же, сюда входят и дети, и мамы, которые вот столкнулись с этой проблемой. И, конечно же, безусловно, тут еще очень важно одно дело, ну, депутат же вроде как должен этим заниматься, а другое дело, когда он это делает, ну, с каким-то чувством, с отношением. Потому что, опять же, был период, когда люди как-то вот закрывались, да. Во-первых, они не верили, что им помогут, а другие люди как-то и не думали, что нужно помогать. Вот сегодня, когда у вас такое огромное количество людей, у вас, я уже так понимаю, в общем-то, такой клуб, да, который позволяет вам по-другому. Вот вы сами изменились с того времени? Конечно. А что появилось? Что вот в этом состоянии вашем изменилось? Ну, в первую очередь появилось желание жить, что-то делать и как-то по-другому все, на все смотришь. Угу. Вот если раньше какие-то обиды там где-то сидели, сейчас просто их не замечаешь. Угу. Потому что, опять же, некогда. Дела. Некогда, да. А у вас как вот организация, она выстроена, есть какой-то руководитель, какой-то актив, потому что, ну, есть же уже как бы люди, которые опытные, потому что приходят же новички. Как это вот работает, да, сама система? У нас так сложилось, получается, руководитель у нас Мария Булаевская. Я как руководитель филиала «Ардип». И есть, конечно же, у нас актив. Это как раз таки те мамы, которые изменились вот за время пребывания, да, в проекте. Стали боевыми. Нашим. Боевыми, да, стали, да, такими. Они, да, стали сами организовывать, что-то придумывать. Угу. То есть жизнь начала кипеть вокруг. По-другому. Да, да. Это очень. То есть они сами их и придумывают. То есть я так понимаю, что происходит какой-то процесс такого взаимного обогащения. Какие-то предложения, рассмотрения, да? За прошлый год мы провели более 50 мастер-классов обучающих, представляете, да. А что это за мастер-классы? Давайте напомним, обучающие. Это скажем, интересный, необычный, какой был мастер-класс? Начну с самого любимого. Давайте, это роспись пряников. Его просили не один раз, его просят постоянно. Так. Это очень вкусный, ароматный мастер-класс, который дети... И долго, наверное, не живет, потому что пряник-то хочется дети съесть. Дети домой не привозят пряники, да, они их съедают там же, в мастерской, так, да, за чашечкой чая, поэтому очень часто просят по росписи пряников. Еще очень интересный мастер-класс был по флористике, новогодний вот особенно, где елочный аромат, ну, сушеные, да, 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 кружочки мандарина. А, то есть это еще и запах, как сказать, ну, то есть, чтобы запах был, да? Да. Это не просто вот какая-то композиция. Да, палочки корицы, то есть очень красивые такие мастер-классы. А так проводятся у нас постоянно мастер-классы по вязанию. Угу. Вот, и обучают вязанию, и там секретами делятся вязальщицы. Также у нас работает школа шитья, угу, Юлианы Валикжаниной, вот, которая очень хорошо учит и объясняет даже онлайн. Угу. Вот, то есть можно запросто обучаться, не выходя из дома, угу, и сразу научиться хорошо шить. Декупаж. Очень часто проводим. Полимерная глина, опять же таки. Вот, детские различные мастер-классы. Ну, рисовать, да? Разные. Там, да, что-то, ну, лепка, понятно. Нано-пластилин тоже бывает, да? Да, для малышей бывают картины пластилином. Угу. Вот не очень давно у нас в мастерской проходила мастер-класс по созданию мультфильмов. Ух ты!
Да. И вот это. То есть и сценарий нужно и отрежиссировать, и все так сделать, и собрать. То есть да. Это целый было. Ребенок сам делает мультик. Так. И в этом году мы уже хотели бы наладить такую программу, чтобы от начала до конца ребенок нарисовал этот мультик, придумал сценарий, сам озвучил, и в итоге на выходе получил готовый мультфильм. Да. Вот. А если это сделают несколько ребят, то уже можно фестиваль проводить. Да. Да? И голосовать друг за друга и так да. далее. Какие еще мастер-классы? Мастер-классы еще очень любят писать картины. Так. Да. Даже те, кто ни разу не держал кисти в руках, сразу начинают красиво рисовать, потому что им профессиональные художники ставят руку. Да, ага. Правильно ставят руку, как нужно держать кисти, как работать красками масляными или там другими. Вот, то есть за один мастер-класс уже со своей готовой картиной профессиональной. Ну, да. Человек уходит домой, да. Ну, а кто эти люди, которые приходят на мастер-классы? Кто это помогает? Это сами мамы могут быть, или вы еще кого-то приглашаете со стороны? И мы всех приглашаем. Угу. И со стороны приглашаем, и объявления постоянно развешиваем везде и всюду, когда какой мастер-класс пройдет, и в соцсети тоже мы выкладываем. Люди приходят, очень много, даже с семьями приходят. Вот у нас даже есть семейный мастер-класс, когда вся семья вовлечена в один процесс, да, например, сделать ключницу. Так. Вот. Один человек делает одну деталь, другую – другую. Вот так вот вся семья делает все из деталей, а потом все это вместе собирается, и получается красивая ключница. Ну, то есть здорово. И вот эти люди, которые... Это же тоже получается такой вход в коллектив, да? Когда один мастер-класс прошел, понравился, потом опять зовете, да? И да. Опять, то есть и это как бы идет... А как часто рабочий график какой? Как вы собираетесь? У нас мастерская работает каждый день, кроме понедельника. Угу. Вот. А мастер-класс можно даже попросить. Вот по просьбам бывает так, что и повторяем мастер-классы. Вот просят люди еще проведите. Там эпоксидную смолу тоже недавно, в конце года просили повторить. Поэтому... То есть все зависит от желания тех людей, которые вот как да. бы все вместе решают этот вопрос вот таким вот способом. Сейчас мы сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях Татьяна Орлова, руководитель люберецкого филиала «Ардип», что расшифровывается как «Ассоциация родителей детей-инвалидов Подмосковья». Ну а во второй части мы поговорим, сколько ребят участвуют в этом проекте. Ну, 50 семей, там детей довольно много, и какие еще планы намечены на 2023 год. Ну и, как всегда, мы узнаем о том, как можно поучаствовать, возможно, в этом процессе тем, кто сейчас столкнулся с какой-то подобной проблемой и не знает, куда обратиться, и тех, кто просто хочет помочь или как-то поучаствовать, или даже свой мастер-класс провести. Дождитесь продолжения. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. У нас в гостях Татьяна Орлова, руководитель люберецкого филиала «Ардип», Ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья. Вы сказали в первой части, что 50, да, семей у вас участвует, 50 мам. А сколько же детей тогда, общее какое количество? Мы можем там прикинуть? В каждой семье от 1 до 9, вот самое большое – это 9 детей, да? Поэтому всего детей больше 100. Ну, это да, это прям целый уже пионерский лагерь. Я имею в виду детей как с инвалидностью, так и их братиков и сестричек. Да. И это, кстати, мне кажется, замечательно, потому что... Вот когда все вместе, да, мне кажется, что теряется вот этот вот, ну, человек, который не сталкивался с этой проблемой, да, вот если он придет, увидит сразу, да, вот такую картину, у него будет какое-то все-таки такое, ну, непонятное сначала отношение, ну, он не в курсе, не в проблеме. А здесь получается, что и дети, и ребята с инвалидностью, и все вместе занимаются общим делом, и как бы
сглаживается эта вся история. Грани стираются, да. Грани стираются. Дети уже дружат между собой. Mm-hmm. Они, конечно, приходят, когда на наши мероприятия, уже друг друга знают, обнимаются, радуются. Mm-hmm. То есть они знают, что они сейчас пойдут на мероприятие, где много их друзей. Mm-hmm. Вот. Ну, также и мамы, конечно. Они же у нас уже все подружились. Точно так же приходим, все радуемся друг другу. Ну, а как идет, какая работа по рассказам о себе, по привлечению каких-то людей, которые, ну, могут помочь, о том, что вы существуете, о том, что вы... Ну, кстати, один из вариантов этой программы – вот наш телеэфир. О том, где вас можно найти тем мамам, которые столкнулись с проблемой. Вот как эта работа поставлена? У нас есть страничка ВКонтакте, называется «Люберецкая особенная мама». Угу. Там мы постоянно рассказываем о наших мероприятиях. За прошлый год к нам подключилось очень много различных партнеров. Угу. Поддерживают всеми силами. Вот в прошлом году, в конце, да, угу, когда начался этот елочный марафон, да, я его так называю, мы провели очень много елок. Угу. Около 10 мероприятий праздничных. То есть нас поддерживает и администрация, и спонсорские елки были, и театр «Радуга», вот, угу, шикарный наш кукольный театр. Библиотеки, конечно же, наши друзья библиотеки, потому что у нас каждую пятницу у детей занятия проходят, угу, в центральной библиотеке, угу, в Есенинке. Ну, то есть у вас, я так понимаю, что график прямо расписан. Да. То есть работы очень много, и вот, отталкиваясь от личного опыта и от опыта ваших мам, ну, наверное, уже подруг, да, или, как сказать, совместными такими усилиями все вы это делаете, как дети изменились? Вот мы про маму спросили, а как дети меняются? Дети, вы знаете, они ждут этих встреч, они что-то, потому что мы, по-моему, тоже в прошлый раз говорили, это тоже своеобразное такое лечение, да, есть возможные вещи, которые мы не можем восстановить, мы не в силах, но на уровне какого-то ментального состояния, общения, улыбки, ощущения эмоционального, наверное, это достигает своей цели? Конечно, достигает. Дети, все больше замечаешь, что дети с инвалидностью – это просто дети. Вот когда они в коллективе, uh-huh, это такой же ребенок, который также хочет конфету, uh-huh, который также хочет игрушку какую-то. Они, например, вот девочки у нас, uh-huh, уже выбирают себе по возрасту, вот маленькие выбирают там, идут к таким же маленьким, uh-huh, играют с куклами, то есть у них уже своя какая-то такая вот… Ниша, да, ниша, где да, они находятся. Ага. Они также принцессы, как и обычные дети, да, то есть не замечаешь вот этого, а дети тоже не замечают, вот, которые mm-hmm, обычные, тоже вот эти грани уже не вот видны. Мы еще говорим о маме, да, мы говорим, но все-таки есть семьи, есть бабушки, дедушки, где-то есть папы, наверное, да. Как вот этот тоже процесс происходит? Или только мамы приходят? Как у вас? Нет, не только мамы. У нас есть, например, мамы, которые работают, угу, а детей приводит бабушка. Ага. Запросто, да, это то вполне есть, нормально. Если мы, и папы приводят. Да, если мы к мамам прибавим еще бабушек, дедушек, пап, то у вас вообще уже получается, да, целый коллектив такой, да? Да. Какие планы на 2023 год? Понятно, что сейчас новогодние. Я так понимаю, что вы, наверное, поздравили с Новым годом. Как? Какой-то был у вас, да, сбор перед Новым годом, да? Конечно. Что это было? Расскажите. Мы, ну, во-первых, мы на всех этих елках побывали, ага, да? То есть у нас все семьи, даже с паллиативными детьми, угу, вот, кстати, хотелось бы поблагодарить Минсоцразвития, губернатора нашего, угу, потому что для Ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья были выделены подарки от Минсоцразвития, угу, которые приехали вот в Люберцы, 33 подарка, угу, выделено было, они приехали, и мы сразу же их развезли
по паллиативным деткам и те, которые заболели и не побывали ни на одной елке. Ну да, к сожалению. То есть у нас да. получилось так, что все наши дети с подарками, вот все дети инвалиды. А видеть, как это важно, когда ты так готовишься к елке, и вдруг ты не попадаешь, и вдруг раз тебе подарок. Мне кажется, даже взрослому человеку такое, абсолютно конечно. Здоровому, иногда бывает вот так вот тяжело, что нужно просто какое-то внимание. Ну и возвращаемся к планам, потому что лето, весна, весеннее период, потом лето, потом осеннее. То есть планов громадье, да? Да, планов много. Но как вы их выстраиваете, эти планы? Вот хотелось бы сделать такой акцент, поскольку прошлый год у нас был больше направлен на социализацию и развитие творчества. Так. Что дало толчок вот мамам, да? Этот год хотелось бы направить, уже уделить внимание здоровью мам. Потому что очень многие мамы у нас 24/7 сидят с детьми, оставить не с кем, к врачу запишешься, а вдруг там ребенок заболел, и она не может прийти. И как это часто бывает? Ну, ничего, ничего же не болит, и ладно. Вот. В этом году мы хотим все-таки сделать на этом акцент. Вот на круглом столе в прошлом году я выступала с инициативой поддержать такой проект Минсоцразвития на базе соцучреждений выделить «Мамино время» называется, выделить такие часы, где мама могла бы обратить внимание на свое здоровье, заняться там гимнастикой, фитнесом, то есть ну, часто же спины, руки болят. Конечно, то есть, конечно. Вот. Хотелось бы сделать акцент на здоровье вот в этом году. Это хорошая история. Ну и тут опять же привлечение каких-то спортивных структур и да, каких-то плюс у нас врачей. Добавились партнеры. Это детская и взрослая поликлиника, медцентр там, где анализы можно сдать, да, там со скидкой. То есть сам Бог велел заниматься здоровьем. Поэтому будем... А вот с другими организациями вы как-то общаетесь, опытом обмениваетесь в Московской области, может быть, с другими городами, может быть, дружите с кем-то? Да, мы, поскольку у нас вот РДИП, ассоциация, да, она очень большая и захватывает более 30 городов Московской области. То есть, конечно, да, мы постоянно на связи, вот руководители всех этих филиалов, постоянно на связи, постоянно обмен опытом. У нас очень сильная председатель Инна Александровна Орлова, которая прям вот не дает расслабиться никому, что очень важно. И в совокупности получается это громадное количество человек. Это организация уже да, целая. Это, более 3000 – это только те, кто вот активный более-менее. А те, кто пассивные, там уже даже со счета сбиваемся. Но я так понимаю, что на уровне губернатора, на уровне депутатов и Московской областной думы, и депутатов местных органов, я так понимаю, что даже уже не то, что знают, да, а принимают участие. Я уверен, что и во многих, скажем, проектах уже внесены и выполнение там идет наказы избирателей и так далее. То есть вы помощь эту ощущаете и от депутатов, и от, скажем, и от исполнительной власти, и от законодательной, от всех, да? Да, да. И то есть никто не отмахивается? Нет. За прошлый год это прям очень было видно, очень ощущалось, потому что все больше к нам вот партнеров присоединялось, да, тех же депутатов. И больше вопросов мы решили, и больше проблем мы решили. То есть, конечно, помощь ощущается. Причем я бы хотела даже похвалить наши люберцы и сказать огромное спасибо вот нашим властям, нашим депутатам, потому что действительно поддержка чувствуется. Я не знаю, как вот, ну, в других городах вот бывает, там жалуются некоторые из руководителей. Мы довольны. Довольны. Вот видите, как хорошо. Мы потихонечку идем к завершению. Вот вопрос к вам. Вы прошли этот путь самостоятельный. Возможно, когда вот завтра он начнется, до этого вы, наверное, не предполагали, что так как-то будет, что будет вот такая вот не только организация, а будет такое в ней участие, будет телевидение, будут мастер-классы, будет организация, то есть какая-то такая серьезная работа, которая, в общем-то,
не каждый может ее выполнить, даже, скажем так, не связанные вот с определенными сложностями. Вот как вы себя сейчас чувствуете? Вы верите вообще в то, что вот произошло? Насколько вы изменились вот с той, вот, которая только все начинала, и вот сейчас, когда вы уже с депутатами общаетесь, ну, и так далее? Что вам это дало? Тогда, конечно, я предположить не могла, сидела себе, работала спокойно в салоне красоты, вот, и была счастлива, в общем-то. Потом, конечно, наступил этот переломный момент, все эти стадии принятия неизбежного, это очень абсолютно, тяжело, да, все проходят, все мамы абсолютно проходят это и должны пройти, потому что если какую-то стадию не прошла, она все равно вернется. Вернется, да, да. Надо пройти все, да. Ну, а сейчас, как я себя ощущаю, ну, в принципе, я потом уже, когда прошла вот эти стадии, да, я стала идти к этой цели. Я поняла, что помощь, вот тогда было мне плохо, ну, как бы, как это сказать? Ну, плохо было, ну, да. Так и было. Тогда я чего-то не могла получить, даже той же консультации, вот банально, да, самый девочки, простой, с чего начинать? Вот никто не знал. Один говорит, иди туда, другой говорит, сюда. Начинались вот эти, да. А особо не побегаешь с таким, конечно, ребенком. Вот. Ну, и я решила, что мне надо вот это. Вот так вот выстроить свою структуру так, чтобы... Все было правильно. Да, от начала до конца, как бы, как говорится, любая могла получить консультацию, помощь. То есть, и ощущать себя, вот, что ты не один, не одна, да, что это решаем. Татьяна, время у нас уже заканчивается, но у нас новогодняя студия. И у вас есть прекрасная возможность поздравить всех детей вашего большого дружного коллектива, всех родителей. Я хочу поздравить всех с наступившим Новым годом, всех наших детишек, мам, родителей, бабушек, дедушек, а также наших партнеров, которые нас всегда поддерживают. Огромное вам спасибо. С Новым годом! С Новым годом, с новым счастьем и хороших вам интересных проектов в 2023 году. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. А в гостях у нас была руководитель Люберецкого филиала РДИП Ассоциации родителей детей и инвалидов Подмосковья Татьяна Орлова. Всего вам доброго. До свидания. С Новым годом.